Хорошо. А мне в Бучу ехать. Сроки были. Банк! Ты беги! Витя сходу. Ладно, сейчас лову вас пошли. Третья секунда, короче. У меня 1-0, а у тебя как было? Ну, у меня пока что не так все плачевно, типа. У нас ведь есть поговорка, что если до 15 минут, ну, до 7 минут, до 7 со скидочкой, забивает хотя бы один гол, то матч будет неинтересный сам по себе. Ну, потому если что... до? Да, если до забивает, то типа матч будет неинтересный. Ну, значит, команда достаточно слабая, чтобы я пропустить. Уже так знал по выходу из этого персонажа. Надо зайти просто в подкодовым замком и посмотреть публикации, типа. Я помню, будут поблазать в бумаге, типа. В свое время. Я, правда, отписался, потому что потом все, там все одно и то же было, типа. Зарплата пришла, а возможно ли до менеджера, а сколько ЗП. Ой-ой-ой! Смотри, что делаешь. Хорош, хорош, Витя вытащил. Вытащил? Ты серьезно? Блин, там такая игра идет. Там тип троих возит. Выздоров. Тип троих возит. То есть по твоей классификации, в принципе, это головной убор где-то так, да? Головной убор. У тебя есть, типа, классификация происходящего, и одна из них относится к головным уборам. Ой, просто минус. Вот. Главный убор с такими шлямками. Понял, боярский с такой ходит. Ну, у нас, наверное, голубой. Не знает, как забивать, да? С какой стороны зайти, чтобы забить. Ну, результативный вообще, по твоим прогнозам. Слушай, одни шо вторые? Не, Витя, блин, будет. Решать будет, да? Витя сегодня покажет свои скиллы. Решай! Есть под тобой. Хорош! Видишь, видимо, у Вити просто типа не остается выбора, понял? Они его вынуждают проявить полную силу вратаря. Никита бежит! Вот. Вместе, прижимайте вместе! Я не представляю, что я читаю. Ну что это значит? Меня походу на улыбке забанили. Вперед, вперед! А нет, не забанили сам.
Видите, чуть за шиворот не закинули, конечно. Но... Ничего не покрутили. Мне кажется, ему... нормально так гуляет, мяч. Ну да. Осталось только Витю просто сломать, и все, и команда проиграла. Окончательно. Паш, 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 ниже. Спокойно! Спокойно, право, право. Еще лево. Паша, правый фланг. Дим, возьмите же. Дим, делай! Попадайте по ворот! Лицом, лицом! Прижмите вместе, вместе, сверху! Покатайте там! Ворот! Оп! Что там? Паша, Паша, играй один. Витя, ты как такое не ловишь? Блин, с центра поля. Сразу! Сразу! Так что там мальчишки? Нет. Планирую или нет? Да. Ну ты его не должен планировать, типа. По идее, тебя должны похитить. Мы думали с Саню, ну, товарищи, которые мы устраивали, мы думали его отдубасить и похитить, типа, понял. Ну просто газом было, ну, перцовкой залить лицо, понял. И украли все. Центр.
Вот вариант спецовки, он, конечно, отличный. Ой, как хорошо, смотри, блин. Что, Витя забивали уже? Ну все, уже забиваем. Наш знакомый персонаж Елике. Ой, блин, смотри, что делается. Витя уже в 300 проиграл просто. Так ломает. Встречай, Олег, встречай! Здорово! Я не пожалею, давай, ты! У нас команда с никнеймами, понял, вместо фамилии. Курчок. Курчок. Воробей Джакон. Нет, ну, почти, но... Бейся, блядь, по ворот! Клещ. Вороте, дай мяч! Итали, Недвед, Крабич, СД. Сиплый есть? Старый есть. Старый тебе подойдет? Прудывус, мне кажется, это все-таки фамилия. Руденок тоже фамилия. Сластен, вероятнее всего, тоже. Бацов. Колечко. Колечко Николай. Сиди дома, не гуляй. И Кола Дима. Тупо по мастям раскидаю. Ой, хорошо. Ай-яй-яй, хорош, хорош. Что, Бенн был? Что, у тебя там слова? Руки! Смотри, он игру тянет, он тупо ж тянет время, понимаешь?
Центр просим! Тип там тренит нормально под руку Сафери. Сзади. Конкретно убивать. Ой-ой-ой. 1-1? Да? Дима, это 1-1. Это камбэк. Там очень жестко прошла передача. Ребята, давайте на пили разговаривали. Да, спасибо, спасибо большое. Охуеть, блядь. Говно, очень крутой реф. Я столько видел по ногам Луга, ты что он не свистит? Не, он не свистит, потому что это аматорский футбол. Доброе утро. Типа, здесь можно бить по ногам. Ну, типа того, да. Принцип ты понял. Принцип ты уловил, в принципе, поэтому... То есть если кто-то конкретно прыгнет в Витю, понял, типа схватит его и так вот и будет держать. Ну, удушающе возьмет. Все. Рефери будет ждать, пока он выкинет, ну, пока Витя не выйдет за штрафную, чтобы типа сделать это. То есть тут до последнего идет. Можно забивать. Ой, можно забивать. Что, видит он снова? Видит. Олег сломал. Олег сломал, да? Дим. Спасибо. Может, это сейчас будет. Олег сломал конкретно. Конечно, я не ожидал. Ну и сегодня много чего неожиданного. Что? Можно закинуть, он. Юра, на позиции. Юра, ниже. Медали возьми. Твоему любимому красную дали. Best. Best change? Best survival type. Best ever. Да, в команде мотокросса? Да. Ну, твоему любимому, который, типа, вон синий с цепочкой. Который через себя был. А, так и ты там ругался? Ну, да. Ты что, думал, что он просто такой по приколу? Синдром Туретта, типа, да? У нас просто был дворовой футбол, а кому-то за цепочку со мной потянули. Он там так ругался. Ну, нельзя с цепочкой играть, конечно. Поэтому ругался. Витя, конечно, сегодня решал. Ой, решал. Я бы это попытался Витя за шиворот пульнуть. Смотри, потому что тебя потом сломают там. Ну так опасно будет. Тебя там еще могут сломать, проверять. Это опасно.
Четкость, расфокус опять? Скажи потом, Витя, что у тебя расфокус? Витя, расфокус вернулся! Четверо вас! Разбегай! Надо крикнуть, надо будет крикнуть ему, понял, когда он бежит. Хорош, до конца. Ваша фамилия? Спасибо. Так, я ценник. Не, эти файты там на этой совсем аматорской площадке, понял. Там этот раунд 1 файт. Витя, далеко не заходи, чтоб тебя не закинули. Витя, на тебя будут бежать, я тебе крикну, ты отвлечешься, понял? Прямое внушение пошло. Почти, Витя. Твоя команда чуть не вышла вперед. Смотри. Сзади подруги стоят, запомни их, чтобы ты никогда к ней не подходил с претензией. Да я вижу, там удар, что-то. Убийцы просто вообще. Он просто тренирует их. Пошел, убивать. Давай. Я не знаю, что это за тип, я не знаю, как его зовут, но он нас найдет. И научит убивать, как она. Юра, пасик, не пасик. С сентября пойду на тасики, все, надо. Это все спортлайф, финиш. Не, так между. Еще и с работы. Ну да. Ну, это лучше, чем пить, курить, понимаешь, заниматься наркотиками, там, половыми связями всякими. Это лучше. Главное, чтобы... Чтобы Витя сейчас там половых связей не накидали, да, с тобой. Не Витя, а наш общий знакомый. Витя, ты на месте, да? Ты знаешь, это взаимосвязано все-таки. Пробивай! Наш общий знакомый Виктор по половой связи. Лево, лево. Ну вот, видишь, свистит же. Там, где свистеть можно было не свистеть, он свистит. Ну, кстати, тебя похвалила. Говорит, когда видела первый раз, говорит, не поняла вообще, кто из нас всех в зал входит. Второй раз увидела, говорит, ой, теперь типа похоже, что в зал входит. Я хожу? Да. Раньше, когда было больше массы, то... Ну, ничего, у тебя, ты скоро, смотри, женишься. А, все мужчины, которые женаты, они все набирают вес. Я не в моем случае, мне еще бегать и бегать. Чтобы набрать вес. Ты наберешь масс. Начнется, знаешь, это житейская штука. Типа сидишь дома, смотришь телек, пьешь пиво. Ну когда то что начнется, да? Ну вот, тогда и наберешь массы. Тогда в спортлайфе будешь, типа, нормально выглядеть. Не, ну если бы ты пил протеины. Хочешь, продам баночку? Дешево. Никого! Недорого. Ух, как проверил. Блестяще. Ух, Витя на месте. Ты играл, ты играл. Витя, ты на месте, да? Да, чувак, ты не так.
там ошибку допустил. И опять пошла, сейчас Витя. Витя сейчас там опять инсульт будет, понимаешь, посмотри. Еще продли, еще продли. Он же еще орет, как нормально. Опа, опа, принял, принял, сейф. Домой, 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 Юрий. Хорошо. Перехват. Пацаны сейчас, блин, доиграются. Нет, сейвы от Вити вообще отлично. 5 минут, кстати. Где наш любимый подавальщик? Ну, а с твоей стороны, не знаю, где вон он бегает. На моей половине, правда, сейчас. Попадайте, блядь! Пацаны, внимание! Сколько осталось? Побери давай. 4 минуты. Да, уже. Я сегодня буду про неокортекс рассказывать детям. За бабки? Нет, за престиж. За очки престижа и очки славы. Делаешь себе имя? Ну да. Буду потом юзать их на арене. Лучше бы на интервью с Шуригиным. Ну если бы я и про неокортекс рассказывал, боюсь, что она бы, ну, типа, она, ей бы пришлось бы задействовать свой, а она не умеет. Сколько ей уже, кстати, не умеет? Ну, не знаю. Так, типа, а ты чего интересуешься? Я помню, что в 17-м году это все движет. Не, ну самое главное, что у нас, понимаешь, с этим легче. У нас, типа, с 16 можно. Ну да. С 16 по взаимному согласию все красиво. Просто так. Да, с 16. Ну, по взаимному. Но если ты не согласен, а она согласна, то, в принципе, ну, она там штраф заплатит в лучшем случае. Поэтому если можно... она согласна, то нет. Да, то там штраф чистый. Можешь поснимать того, типа, вдали, пожалуйста? На пару минут. У меня тут есть, типа, другие убийцы, поэтому... В дальнем углу. Левый кип. Ой, я тупо пас отдал. Ой, все, это выход. Витя! На месте! Счастливый. Да. А у него такое бывает раз в году. Решает конкретно. Минута! Сейчас посмотрим, насколько крутой рэп. Вот он просвистит четко в 30. Значит, не какая-то атака будет. Ну, четенько в 30. Вот, 50 секунд ровно. Бак меню с двойным сыром. Бигмак меню с двойным сыром? Это только под заказ. А? Это только под заказ. Я понял. Не, ну это круто. Надо с тобой, Мак, ходить, короче. Потому что Эдди только на... Эдди решает только на... Блин, ну можно сделать ничью? Оставить ничью, короче?
44, 15 секунд. 10. Все, время.